Иди к нам. Нет, отсюда хочу. Нет, вот отсюда хочу. Идеально. Здравствуйте. Это импровизация. Наш отряд ребят-импровизаторов готов сегодня импровизировать для вас. Потому что импровизировать импровизацию – это то, что мы умеем импровизационно больше всего. Здравствуйте. Импровизируем. Здравствуйте. Последний блок. У нас в гостях прекрасный человек. Он был на миллион приходил. Так. В камеди, по-моему, пока это ни о чем не говорит. Тоже был. Но вот сейчас взял и пришел наконец-то к нам. Как вы думаете, кто это? Да понятия не имею. Да кто угодно. Прекрасно. Да, все люди прекрасны. Да даже я это могу. Абсолютно верно. Я сам не очень понимаю, кто он такой. Дима Масленников, встречай. Сеньор! Слушай, какой ты импозантный в этот раз. Я в прошлый раз тебя помню без очков, а в этот раз ты уже в очках. Заработал. Неплохо. Причем на стекла не заработал. Да. А на очки сумасшедший заработал. Доход у человека. 2 года не виделись. Так, все, это что? Это планеты, это татуировки. Это вот я у Шестуна украл. Это да. Ты потом все. Отдай. Нет. Поносишь, отдай, Дим. А Паша, нет. Вот он же уже этот вот мужик, который вот дочь привела парня, и он... Так, это что это? Татуировки. Так, татуировки, так, здесь что? Здесь так, ага, глаза. Носки розовые. Это Дима Масленников, давайте начинать. Импровизация «Бумеранг». Рассказываю, как все произойдет. Так. Ты выйдешь, как в «Бумеранге», как в любом телефоне практически, начнешь делать какое-то движение, которое будет повторяться. А ребята будут очень сильно изображать, что они смешно шутят. Замечательно. Любое движение мы делаем? Любое движение, абсолютно. Поехали. Давайте вот такое. Вот такое. Ага, вот такое. Я прошу прощения, Дмитрий, вы с бутылкой не заигрываете, садитесь. Так вот, дети, одна мышка в бидоне с молоком утонула, а другая работала хвостиком, взбила маслице и выбралась. О, да. Димон, а мы так точно такси поймаем с тобой, нет? Всем привет. И сегодня мы будем ночевать в самом страшном месте. 24 часа челлендж. Да можно поменять. Давай другую. Все, другой бумеранг. Но мне не страшно. Ничего ж не страшно. Тренер! Да. Что делать-то с ним? Не подходи близко просто, и все. Ну все. Другой рукой. Ага, и вот так после кораблекрушения вы на одной руке выплыли на остров. Ты, Димка, так далеко зря удочку закинул. Бабы, сюда! И потом уже. Погнали. Все, давай другую. Люсь, ну это тупой кот, зачем мы его купили? Масленников, ты утверждаешь, что это не прямой массаж сердца, да?
Значит, вы утверждаете, что вы ловите привидений, да? Оп, монетка. Молодец. Оп, монетка. Так, Антон! Оп, монетка. Не издевайся над бомжом, пойдем. Димка, давай, можно любой другой еще бумеранг. Так, ладно, на простое движение. Ага, очень хорошо. О, да. Хорошо. Давай, Серёня. Да, не стесняйся, все хорошо. Опа. Отлично. Может, снимем кота с вентилятора? О, хорошо. О, да. А, блин, лучше бы фигурку гавайской танцовщицы поставил на приборную доску. Опа. Ага. Дорогой, я тебе говорю, наш сын мастурбирует. Ну, и может, и дверь не открывать, он точно этим занимается. Что он, ах, хорошо, что он там делает? О, ну, давай откроем, посмотрим. Давай посмотрим. Не заходи, мать. А, я же говорила. Послушайте, а попробуйте сходу что-то вчетвером, а? Давайте. Вчетвером? Давайте, давайте, давайте. Импровизация. Так, аккуратнее, ребята. Да, да, легко, легко, легко. Давай, ну, делай. Погнали, давайте. Паша, тебя не хватает. Мы не вызовем папу. О, да, Паша, не хватает тебя. О, да. О, да. Дорогая, я тебе говорю, он приглашает друзей, они все вместе там в комнате. Да. Даже не стоит дверь открывать. Димка, Дим, это точно оргия. Их отношения прошли огонь, воду, ноги, руки, цветы, фифу, миксер, шуруповерты, раскаленную кочергу, потолок машины. И теперь проходят медные трубы. Твою мать! Тряпки несите! Давайте лучше воду перекроем! Молодец, перекрыла. Чета, которая не чета другим. Глупо угрожать человеку с оружием. Подрезать акустики. А? «Война семей». Новый сезон. С 25 июля. В 8 вечера на ТНТ. Импровизация новости. Wow. Короче, как все произойдет? Есть ведущий новостей, это Арсений, основняк. Есть соведущий, это Антон. Есть у нас представитель прогноза погоды, это Серж. Здравствуйте. И Дима за новости спорта у нас отвечает. Сейчас ребята переоденутся, потом мы на Арсении наденем наушнички и загадаем всем задания, которые они, собственно говоря, и будут исполнять. В течение этих заданий Арсений должен отгадать, кто его коллеги. Арсений, давай. Да, давно не тренировались. Опа! Мы туда, Арсений сюда. Давай. Так, давай с Антона начнем. С меня. Самое страшное место, в котором ты бывал. Самое страшное место, наверное, психиатрическая больница. Психиатрическая больница. Супер, хорошо. Опиши, что там происходило, почему страшно? Она заброшенная, да? Она заброшенная. Ёкарный майор. Там очень много бомжей. Очень настолько... страшно. Не, ну страшно, 2 часа ночи, вдруг ты нарвешься на их лагерь. Так, смотри, ты всю ночь провел в психиатрической... психиатрической лечебнице, наполненной бомжами. Диман, давай. Слушайте, ты в Ютубе обладатель какой кнопки? Бриллиантовый. Слушай, давай придумаем какую-нибудь несуществующую кнопку. Несуществующую? Какая может быть, да? Мармеладная. Мармеладная кнопка. Сколько подписчиков должно быть? Ровно 9,5. Все, супер. Ты гордишься тем, что у тебя мармеладная кнопка и 9,5 подписчиков. Кто бы не гордился мармеладной кнопкой. Так, дальше. Сереж, слушай, в твоих видео ты ставишь под сомнение существование привидений, так скажем. Да, конечно.
Вот представь, что в одном из своих видео ты увидел настоящего привидения. Какое бы выражение лица у тебя было? Ну, я не знаю. Да, все. Я думаю, я бы так стоял настоящим. Все, запомни. Сереж, ты узнал, какая зарплата у Арсения и застыл в этом выражении лица. Здравствуйте, в эфире «Ава-Ава» новости 24 в студии Арсений Попов. Коротко о главном. Московская полиция задержала банду женщин, которые под прикрытием обычной парикмахерской забирали у людей лишние волосы и делали это за деньги. Их поймали со словами «ну, жених». К другим новостям. К другим новостям. Вчера в Люберцах был обнаружен лагерь! И лагерь, неважно какой лагерь, кулинарным новостям. Сегодня в наших кулинарных новостях мы представим вам рецепт голубя, которого я принес с собой. Вот, пожалуйста, еще тепленький. Будешь пробовать? Спасибо, я уже завтракал. А вот завтракал ли ведущий спортивных новостей? Давайте узнаем прямо сейчас. Ведущий спортивных новостей и завтракал, и полдничал, и обедал, и ужинал, потому что он может себе это позволить. Как вспомню, в виде мишки. А, новости спорта же, ёк-макарь. Да мне уже чихать, я чё, я устроен, у меня план Б вообще, чики-пуки. Ну а чихать или не чихать, вы решите, послушав прогноз погоды. В Москве осадки. Но я выпал в осадок. Когда узнал, сколько кое-кому накапало. Звездная пара рассталась из-за того, как сообщает девушка, что была превышена скорость. В постели, как выясняют наши специалисты. К другим новостям шоу-бизнеса. Новости шоу-бизнеса. Один известный журнал провел опрос. Чего люди боятся больше всего? На первом месте оказались клоуны. На втором месте маленькие девочки в ночнушках. Третье место — темноты. Но я бы дополнил этот список. Мне кажется, что самое страшное, когда ты просто сидишь на месте, а перед тобой из одной комнаты в другую пробегает неблагополучный 65-летний мужчина, который обоссался не менее 10 минут назад и который при этом зовет товарищей, потому что увидел свободную тару. Мужики! После этого выбегают его товарищи. Один с головой собаки на поясе. Другой, нет вариантов, наступая на свою бороду. И у него голова постоянно вот так вот делает. А за ними еще бежит женщина с лицом размером с колесо КамАЗа, блядь, которая при этом напевает хиты 90-х. Вот это страшно! Я... Продолжайте, коллега. Мы, конечно, продолжим, потому что все мы ждем новости про наших спортсменов, кирлингистов. А кёрлинг я не смотрел. Что у меня фан-сходка. Так, давайте все здесь. Алена, Катя, Светлана, Сергей, Павел, Лена,
Еще одна Лена. Так, ага, 7. Анжела. Николай. Анна То. Все на месте. Все? Да, да, все. Спасибо. Все на месте. А знаете, что никогда не заканчивается? Новости погоды в регионах. В регионах? Атмосферное давление превысило 3 миллиона рублей ртутного столба! 3 миллиона. Ты еще в мои новости залезь, сука! А я напоминаю, что это у нас интерактивные новости. И давайте я вас познакомлю со своими соведущими. С новостями спорта нас знакомил человек. Вернее, я бы даже сказал, блогер, у которого 9,5 подписчиков. И что, по-твоему, это никак не отмечено? И в... А можно я попробую? И с новостями спорта... И с новостями спорта нас знакомил человек, у которого эрекция на то, что у него 9,5... Дурак! А что это ты делал? Если так, то я не хочу пробовать! Нет, тогда попробуй! Нет, не хочу пробовать! Ну уже попробуй! Да можно я попробую? Ладно, давайте. Я попробую, давайте. Да ладно, ну вы идите сюда. Ну куда? Она не носится, она тяжелая. Давайте. Бум. На лап. А? Давите на лапки. Извините, а можно я лизну? Иди сюда. Надо закончиться. Ну, от одного лизь. Иди ну, сюда. Идите. Видели? О, никогда такого не видел. Зелененький, со вкусом яблок. Что вы лижете? А на что мы нажимаете? Это вот эти ваши вот, не нажмешь. Говно металлическое. Все, сейчас знаю тебя еще раз. А с новостями спорта нас знакомил человек, у которого 9,5 подписчиков, и за это он получил сахарную кнопку. Нажмите на сахар. Не получится, если вы нажмете на сахар. А если вы сейчас ошибетесь, я вас ночевать к себе возьму сегодня. Кстати, о моем соведущем. Он же просто дурак. Я не дурак, это был эксперимент. Мой соведущий в студии — человек, у которого странная фобия. Теперь да. Я просто решил провести эксперимент. Да, и провел ночь в доме престарелых. Клоунов. Маскарадных. Вообще в этом месте часто бывали и клоуны. Еще я там Наполеона когда-то видел. Во времена, когда там что-то работало. А сейчас там ничего. Кроме... Секунда. А с новостями погоды нас знакомил человек, который узнал зарплату Дмитрия Масленникова. Мелковато. Гля, еще стрелки переводит, сучам. С новостями погоды нас знакомил человек, который узнал, какая у меня зарплата. И попытался засунуть часть ее в рот. Ну, это к врачу, но он там еще... Ну, харе! Ого-го! Вы какие-то минимальные подсказки! Хер ли вы просто, блядь, жмете нахер на ваш вонючий сахар! Какой нахер? Я так плохо показываю упругую деформацию! Очень хорошо! Нажми на сахар! Зеленый сахар! Со вкусом яблока! Нажми идите на сахар. Сюда, ну-ка идите сюда, богач, хренов. Я не хотел демонстрировать действительно дорогие штаны. Ух, гусь! Ну посмотрите, ну что вы видите? Ну что, кнопка? Да, ищи, ну в виде кого? В виде мармеладного медвежонка. Проще говоря, вам реально надо было подойти, вы оттуда не видите. Да. А надо называть фирму-производителя? Нет, только материал изготовления. Все, мармеладный мишка.
Нет, Мишка, это я, ну, по спецзаказу выиграл. А-а-а! В честь того, что у него 9,5 подписчиков, вручили мармеладную кнопку. С новостями погоды нас знакомил человек, который узнал, что у ведущего в студии зарплата чуть больше, чем у него. А, он в ахуе. Ну-ка, дай проверю. О, мы так и заказали, ебать. Ну ты посмотри на него. Но он Давайте, завис. Может, я позвонок ему вправлю, может, ну... Не-не-не, дело не в позвонке. Нет. Просто скажи, что ты видишь, и все. Замер. Обмер. Застыл. За. Фак. За. Фу. Ну ты же близок. Ну Арс, к чему? Арс, ну как в детстве говорили? Ты не надо, так и останешься. С новостями погоды нас знакомил человек, который стал дураком от того, что узнал, какая у меня зарплата. Не, ну ты тоже, ну не надо оскорблять человека. Я просто хорошо, что эту новость узнал, ну, стоя спиной. Вот так, и мне там сообщили, я так поворачиваюсь, что-что-что. А человечек, ну... Я тоже спиной стоял. Он прям увидел же это в ведомости. Да. Посмотри на лицо, что с выражением? Застыл! Да как же еще подсказать-то? А давайте я вас пока познакомлю с моим соведущим в студии. Ну, так быстро не получится, конечно. Человек, который находится прямо сейчас со мной в студии, провел ночь в заброшенном доме для умалишенных. Но я думал, что там будет пусто. А там все те люди, которых я тебе описал. Мой соведущий в студии, человек, который провел ночь в заброшенном дурдоме, ну, доме для умалишенных. Ну, по-другому, ну что ты? Психбольница. Ну, конечно. Конечно. А оказалось, что он там не один, а со своей командой. Какой командой? С какой своей командой? Ну, ты тоже не кричи. Ты видел его зарплату? Мы для него все они. Ну да, конечно. Мы же в особняках не живем. У нас все для тебя. Ага. Машин-то у нас нет, мы на метро. На метро ездим. Воняем, наверное. Опять чурился? Я увидел и не ушел. Мой соведущий в студии человек, который провел ночь в заброшенной психбольнице, а там оказалось бомжи. Да. Ты увидел, сколько, какая у меня зарплата, и... подохерел. Но он же не ушел, когда увидел. Вот мы, например, ушли сразу. Да. А он сошел с ума. Я говорю, мы ушли. А я не ушел. Остолбенел. Нет. Ну, какое это слово? Остался. Арсений, ну как в детстве говорили? Ну, таким и остался. Не знаю, таким останешься. Не да, говорили, каким? Каким? Таким. Они с же не чем? С таким выражением лица. Да. Скажи! С новостями погоды нас знакомил человек, который видел, сколько я получаю, и остался с таким выражением лица на всю жизнь. Все, хватит, достаточно новостей. Помнишь двух лучших друзей? Ты предал нашу дружбу. Они еще поссорились, потому что один полюбил дочь другого. Он нашу дочь спросил. Да, мы с Димой любим друг друга. И между их семьями началась война. Потом все помирились, и все стало хорошо. Ты мой настоящий друг. Вот до этого момента в новом сезоне. Ты что думал, я вот этой вот приблуде позволю хозяйничать в своем доме? Или этого. Ничего, такая мачеха. А может, вот этого. Она мне больше не подруга, а ты мне больше не отец. Или даже этого. Меня осуждал, а сам ведь еще хуже. Смотри, из-за чего начнется новая война семей. Будешь пить чай и получать удовольствие, поняла? Война семей. С 25 июля в 8 вечера на ТНТ. Это Дима Масленников. Это импровизация «Обстоятельства».
мы сейчас придумаем для вас некую тему. А вы как давай сценку показывать. А вы ее возьмете от начала до конца, как покажете, а мы потом скажем, а ну-ка мы вам поменяем одно обстоятельство внутри вашей блистательной импровизации. А вы такие, о боже, это же надо все переделать. И будете переделывать. Короче, мы меняем обстоятельства, и вы каждый раз будете показывать другой финал, к которому пришла бы ваша импровизация. Участвуют Арсений Попов, Дмитрий Бозов, пожалуйста. Вау. А вы появитесь позже, пацаны. Так, Димка. Так. Ты никогда же не снимал пранки, да? Нет, не было такого. Ну, по крайней мере, да, твой канал и твое творчество не про пранки точно. Ну да, да, да. Давай придумаем какой-нибудь чудовищный пранк. Вы решили снять пранк над Сергеем Зверевым. И как, найти его? В чем пранк? Давайте, знаете, какой пранк? Вот. Вы блогер и оператор. Блогер пристает к девушкам, как будто он такой весь из себя наглый. Оператор снимает. Поехали! Блин, Димон! Ты чё? Ты думаешь именно так? Что-то я переживаю! Что ты переживаешь? Я блогер, ты оператор. Просто держи камеру, а я... Да это уже сразу палево! Ну ты её как-то... Давай, давай. Ну вот ты... Дробаш. Короче, давай ты не просто к ним подходишь, а подходишь и говоришь, ну что там, типа, переспишь со мной за деньги? Прикольно, давай без денег, это ж розыгрыш. А вдруг скажет, да, у меня-то... Да, скажи, что ты этот, Тимур Родригес. Снимаешь? Давай. Блин, я что-то, ну... Да давай, снимай. О, девчонки, переспите со мной. Нет, пошел в жопу. Я Тимур Родригес. Кто? Тимур Родригес. Ты Тимур Родригес? Ты Тимур Родригес? Ты Тимур Родригес? Я пошел отсюда. Я пошел отсюда, Тимур Родригес. Ты дебил, ты в жопу отсюда, придурок. Так, хорошо, запомнили, запомнили, как все происходило. Теперь надо поменять какое-то обстоятельство. Пусть будет обстоятельство такое, что Дима говорит только слова на букву Д. Д. А Арс на букву П. Хорошо. П? П. А девушки? А девушки на какую букву? С. С. Обе. Это... Обе. 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 Только на С. Поехали. Приятель, приятель, прикинь, переживаю. Переживаю. Дэпич, дэпич. Давай, давай делать, давай делать дело. Просто, просто пранк? Добро. Получается, погнали? Давай. Добронравов. Прикольно. Прикольно. Подожди, подожди. Пугачёвы, Пугачёвы. Давайте долбиться. Серьезно? Серьезно? Сейчас? Сейчас? Да. Секунду. Сношанёмся? Сношанёмся. Согласны? Согласны. Давайте. Добронравов. Подождите, подождите. Примите. Соответственно. Соответственно. Получилось. Так, давайте теперь еще поменяем какие-то обстоятельства. Слушайте, давайте у каждого что-то болит. Поехали. Блин, братан. Чё? Кое-что болит. Потому что в прошлом пранке ты трахался, я понимаю. Ну надо снимать, надо снимать. Братан. Давай я сейчас оператор просто. Давай, просто. Блин, а у меня что-то душа болит. Не уверен я. Сомневаюсь. Блин. Давай это. Ладно, давай. Кто я? У кого может болеть душа? Павел Воля. Да. У него точно нас... что-то болит. Да. Давай, снимай, бро. Давай. Пощи, 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 пощи. Девчонки, нехотя, нехотя, предлагаю, понимаю, что, ну, так не делается. Угу. Но надо потрахаться. А у меня голова болит. А у тебя страшненькая. Я сейчас тоже не могу, у меня крестец болит. Давайте, ну чё? Да? В больницу? В больницу. Предлагаю в психиатрическую. Вот тут недалеко. Там на регистратуре и потрахаемся. Да, конечно.
Достаточно! Спасибо, едем в следующую импровизацию. Одна из самых любимых импровизаций. Громкий разговор. Рассказывай, что будет происходить. Будет некое действие. И все такие будут в наушниках, а один шастун будет без них. И как давай руководить всеми, а все должны руководиться, как руководит шастун. Ну, как вы поняли, ситуация космический корабль. Шастун, ты будешь капитан. Естественно. Дим, ты будешь помощник капитана. Ага. Сережа, ты пилот. Идите туда. Давайте, идите туда, я скажу всем. Погнали. Так, смотрите. Капитан, помощник капитана и пилот 5 лет не могут выполнить задание, чтобы вернуться на Землю. Поехали. Спокойно. Спокойно, помощник, спокойно. Спокойно, спокойно. Спокойно. Значит так. Нужно поставить корабль на автопилот. Я ничего не понимаю. Нужно поставить корабль на автопилот. Я постою рядом. Да, помощник, пока постой. Отстаю. Слышишь? Нужно поставить корабль на автопилот. На автопилот поставил. Отлично. Слушайте внимательно, идите сюда. Пришло срочное сообщение. Что? Пришло много семечек. Да, нам семечки доставкой еды с земли семечки отправили. Что, дебил? Доставили. Какие семечки? Встали! Так? Пришло срочное сообщение. Песочить нас будете? Песочить буду. Так, может, лучше видно будет. Пришло срочное сообщение. Сори, слюни летят. Пришло сообщение. Сообщение пришло. Сообщение. Алло, сообщение пришло. Дурак, ты же помощник. Пришло, пришло, пришло. Идти, что? Куда идти? Здесь некуда идти, это корабль. Я говорю, что пришло, пришло. Плечо? Пришло. Если плечо, я вот так вот сделал. А это пришло. Пешком? Да, пешком пришло, блядь, сообщение. Вот так вот пришло. Я его боюсь. Слушай, сюда. Мы летаем 5 лет на этой посудине. И я уже 5 лет не могу вам, сука, сообщение. Сори. 5 лет. Ты просто чисто в бит это делаешь в моих наушниках. Да в какой бит? Нет никакого бита. Пришло сообщение. 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 Жене приятно делаешь, я не понимаю, что ты. Ты слишком давно на космическом корабле с мужиками. Пришло сообщение. 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 Пришло сообщение. А! Я переводчик скачал просто, я понял. Пришло сообщение. Пришло сообщение. Иди сюда. Мы тут с сообщением Иди разобрались. Сюда. Нет, нет, это я ему сказал. Слушайте сюда, сообщение. Слушай, что сообщение? Земля. Земля. Тебе. Земля. Собака. Земля. Поменяйтесь, ты теперь мой помощник, а ты пилот тупой. Да не ори ты на меня. Что ж ты? Пришло сообщение. Пришло сообщение. Земля. Пришла земля. Немного земли нам пришло. В сообщении земля. Какой земли пришло? Мы что, магазин «Сад и огород»? Нам земли немножко пришло. Пришло сообщение. Пришло сообщение. Земля пришло пришла. Сообщение. Земля. 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 Больше. 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 Непригодно. Непригодно. Больше для не... Для жизни. Кого не будет? Для непригодно жизни. Непригодно. Не придется. Непригодно для жизни. Земля больше непригодна для жизни. Ой, какие неприятные больше нельзя вещи, есть, мне кажется. Прости, помощник, секунду. А вы что громче сделали? Сказал. Больше нельзя есть землю. Ее никогда нельзя было есть. Когда пилот она была пригодна для жизни, мы ее ели. Вы что, диалог ведете, что ли? Как? Я не понимаю. Как у вас земля получается диалог? Земля. Земля. Больше. Больше. Не. Земли больше нет. Нет. Да иди ты. Да нет. Иди да ты. Есть земля. Спокойно. Земли больше нет. Да, да есть земля. Так-то? Да как да так? Есть земля. У меня-то мамка! Да подожди, у меня-то мамка! Мамка! Да подожди! Земля есть! Земля есть! Просто... Но есть ее нельзя! Больше да нет земли! Какой... Нельзя никогда было есть землю!
Так, все. Ты повышен. Повышен. Ты повышен. Понижен. Я понижен. Меняйтесь. Да, меняемся. Снимай, отдай ему. Давай. Теперь ты пилот, у меня ты помощник. Же... Поднимай. А ты уверен, что если я такой тупой, управление корабля — это моя тема? Твоя тема, нормально. Ну, хорошо. Нормально. Погнали. Иди сюда. А я же повыше. Иди сюда. Ой. Ты со своими приколами сейчас обратно разбалуешься. Так, все, мое место, брейс. Садись, садись. Сажусь. Метеорит! У нас началась дискотека, я так понимаю. Какая дискотека? Метеоризм. У него метеоризм. Метеорит полетел. Метеорит! Снимай с автопилота! Снимай с автопилота! Меня зовет теща? Какая теща сидит в твоей какашки, тёще? Какашки, говорит. Снимай с автопилота! Какашки! Какие какашки? Метеоризм, какашки! Мы сейчас умрем! Там Паша Воля. Снимай! Где ты Пашу Волю видишь здесь? Ты что, дурак? Там... Снимай с автопилота! Отключи автопилот! Отключи так, автопилот! Отключай! Отключи. Автопилот, отключи! Отключай автопилот! Отключи автопилот! Отключай! Что ты расселся? Отключай! Отключать? Автопилот! Автопилот! Отключай! Автопилот? Уходи! Давай, нужно приземлиться! Вот планета, это... Ну это что же... Что надо делать? Это, очевидно, Марс. Что ты ржешь? Я не ржу. Ситуация сложная, приземляйся! Похоже. Приземляйся! А? Приземляйся! 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 Ёб твою мать! Приземляйся! Приземляйся! Ну приземлись! Приземляйся! Так, нет, пожалуйста, ты можешь успокоиться чуть? Ты можешь успокоиться, реально. У нас бортовой психолог есть. Сходи, посиди в кресле, тебе сделают массажик. Прости. Все, ты, ты можешь с подчиненными нормально общаться. Сейчас, это секунду. Уже харассмент какой-то. Простите, простите. Спасибо. Прощаемся нормально. Нужно. Нужно. Вкусно? Нужно. Нет, вкусно? Нет. Нужно приземлиться. Приземлиться надо. Приземлиться. Приземляйся. О, да. Тут также приземляются. Конечно, да. Все, да. Все. Все, пошли, приземлились, все. Пойдемте. Там формы жизни, неизвестные нам. Понимаете? Нужно, ну... Я не понимаю. Расположить... Пошли. Испражнить? Пошли, испражнить. Да, что носы на них. Мы к ним в гости прилетели. Ты всегда, когда в гости приходишь, ссышь на хозяина, скажи. Всегда? Идите сюда, пошли. Я постреляю. Встаем. Не надо стрелять, мы на земле стоим. Кот стрелять собрался. Иди. Иди сюда. Иди сюда. Капитан, наша цель. У тебя поесть земли цель. Пошли. Пошли. Нужно поприветствовать марсиан. Поприветствовать марсиан. Да, марсиан, пожалуйста. Мы должны поприветствовать. Марсиане, вот моя команда, мы с Земли. Вот. Ну, здравствуйте, мои маленькие зеленые человечки. Ты что, рок-звезда? Что? С кем, как ты с марсианами здороваешься? Здравствуй, марсиане! Что, ну, дурак? А как? Нужно попросить их остаться у них в гостях. Земля непригодна для жизни. Вы же помните, ты помнишь. Я помню. Понимаю, что Земля говорит. Непригодна для жизни. Непригодна для жизни. Мы будем как бы тут жить. Да, попроси их, можно остаться? Попросить у них жить, да? Спроси, можно остаться, да. Здравствуйте. Мы у вас тут поживем. Их отношения прошли огонь, воду, ноги, руки, цветы, фифу, миксер, шуруповерты, раскаленную кочергу, потолок машины. И теперь проходят медные трубы. Твою мать! Тряпки несите! Давайте лучше воду перекроем! Молодец, перекрыла. Чета, которая не чета другим. Глупо угрожать человеку с оружием. Подрежьте кустики. А? «Война семей». Новый сезон. С 25 июля. В 8 вечера на ТНТ. Это Дим Масленников. Это импровизация «Дебаты». Господа, пожалуйста, проследуйте к вашим трибунам. Сейчас мы загадаем, кто из какой партии.
А они в процессе должны будут отгадать. Ну, замечательно. За каждый не сложившееся на стакан тебе в морду. Диман, давай тебе придумаем. Так. Получается, сейчас мне придумываете. А чего в твоих видео нет, Дим? Качество. Все прекрасно. Партия качества. А, надо Димке придумать что-нибудь. Так, слушай, у тебя есть татуировки, да? Да. Всякие, разные, много. Какую вот новенькую бы хотел? Ну, я вообще, я бью себе татухи в какой-то геометрии. Какая следующая фигура, которую ты хочешь набить? Я думаю, параллелепипед. О, великолепно. Партия параллелепипедов. Прекрасно. Все, погнали. Аплодисменты, Арсений. Шихантикацо. Я сразу начал со слогана нашей партии. Вы партия... Мне пока не важно, какая вы партия. Потому что мне в целом не важно, какая партия. Я вашу партию в гробу видал. То есть вот так вы заговорили? Сразу с оскорблений? Ладно, тогда ваша партия — это изделие номер один. Вы партия резины? Мы? Вы. Вы меня обозвали? Вы какая партия? Вы партия резины? Зачем я повторил, если очевидно, что нет? Очевидно, что нет. Никаких заготовок, так сказать. Знаете что? Что? Я считаю, что все должно быть четенько, так сказать. А может быть, у вас партия геометрических фигур? Не знаю. Чуть не знаю. Прямоугольников? Хорошо! Точно! Наша партия... Очень хорошо. Вы партия китайского качества. Что, простите? Что? Удивляйтесь, удивляйтесь. Чего удивляетесь? Рожа кирпичом, стоит он. Терпеть не могу. Красиво же, когда лицо, ну такое, ну куда эти скулы, вы что? Что вы делаете? Рисую. Нарисовали? Да. И что получилось? Ну, может, у вас партия всего квадратного? Ну нет, ну так уж себя не оскорбляйте, все-таки у вас не квадрат. Знаете что? А в нашей партии всегда быстро и дорого. Ну. Вы. Партия. Шмартия. Партия? Я попрошу прощения. Шмартия. Ну нет, конечно. Блин, какая тумба. Я, кстати, тоже обратил... Я тоже обратил внимание. Прямо... Прямо... Ну да, мне тоже нравится. Так что есть у вас предположение? Мне все-таки первому эта тумба понравилась. Конечно. У вас партия параллелограммов. Ладно, наша партия не всегда была такой. Мы много раз совершенствовались и повторяли свои навыки. У поза нет ни единого шанса, конечно. Я вам больше подскажу. У нас вообще изначально ничего не получалось. Но мы, знаете, что-то шли, и начало получаться. Вы партия повторения мать учения? В том числе нас путали с этой партией. Мы, конечно, не она. Знаете что? А наша партия, и вообще этого не стесняется, мы запретим браки. Потому что вы партия качества. Абсолютно верно!
А быстро и дорого вы мне зачем сказали? А зачем вы сказали? Потому что всегда что-то одно выбирай. Либо быстро и качественно, но дорого. Либо быстро и дешево, но некачественно. Вот эти три основные составляющие. Что я вам объясняю? Вы партия, мне кажется, дураков. Не-не-не, вы что, я учился в ПЕДе. Вы партия, где все начинается на ПЕ? На ПЕ? ПЕ? На ПЕ? Вы в партии, где все начинается на П? Вы кем собираетесь управлять? На пе у него начинает. На пе у него начинает. Что вы, вокруг да около, вокруг да около, вокруг да около. На геометрию не ходили, что ли? Я не могу понять. Что? Вы партия геометрических фигур? Всех? Тогда вы педик. Вы думаете, что грамматик? А я скажу педик. Вы партия учителей. Дело в том, что я, знаете, так легко в последнее время предполагаю, потому что никаких наказаний за это. Козел. Вы уворачиваетесь? Абсолютно. Чтоб вы мизинцем об угол ударились. Вы партия прямых углов. И их тоже. Они там тоже присутствуют. Ох, какие там прямые углы. Матерь Божья. А какие грани. Вау, почти как в квадрате. Вам будет полезно узнать, что все, что я говорил до этого, является частным случаем параллелепипедов. Вы партия параллелепипедов? Да. Остановитесь. Дима Масленников, который шикарно побывал в импровизации. Красавчик, спасибо тебе огромное. Спасибо. Так, все, смотри, ты с камерой залег где-то в страшном месте. Мы призраки, которые ходят вокруг тебя. Поехали! Двух лучших друзей. Привел. Нашел дружбу. Они еще поссорились, потому что один полюбил дочь другого. Он нашу дочь спросил. Да, мы с Димой любим друг друга. И между их семьями началась война. Потом все помирились, и все стало хорошо. Ты мой настоящий друг. Вот до этого момента в новом сезоне. Ты что думал, я вот этой вот приблуде позволю хозяйничать в своем доме? Или этого. Ничего, такая мачеха. А может, вот этого. Она мне больше не подруга, а ты мне больше не отец. Или даже этого. Меня осуждал, а сам ведь еще хуже. Смотри, из-за чего начнется новая война семей. Будешь пить чай и получать удовольствие, поняла? Война семей. С 25 июля в 8 вечера на ТНТ.